Доктор Голубь, у меня едва полный блицкриг не случился. Джейн! Что, по-твоему, вызвало приступ паники на этот раз? Как говорил доктор Фрейд, более всего мы беззащитны перед страданиями, когда любим. Я полон сил, я активен, я стабилен, я позитивен. Эй! Сегодня месяц, как исчезла моя сестра Джори. Не вспоминай свою сестру за столом. Но... Не вспоминай. Понимаю, тебе сейчас невероятно трудно. Я должен найти Джори. Но как? Он с телевизором говорит. Тебе помощник нужен. Это потребность в знании. Знания часто даются непросто. Все изменяют, и все уходят. Это все у тебя в голове. Не сходи с ума. Плюни раза три. Хватит об этом! Все не то, чем оно кажется. Так ты поможешь мне искать ее? О, боже мой! Джори? Джеймс! В любви всегда так больно будет. Мой совет – забей и не... Вы сказали «забить и не тру» или «забить и...» Не трусь, Джеймс. Правда? Мой психолог, мистер Голубь. Скоро.